Ну что, мне кажется, пора раскрыть тайну, что мы делаем уже вторые сутки. Мы сняли шикарный новогодний клип для вас, родные мои. Да, выходит наш клип 22 декабря, а трек 18-го. Все, записывайте. Не пропустите. Да, обязательно поставьте уведомление, родные. 22-го у нас выходит клип, а 18-го трек. Слушайте. Это нужно посмотреть, правда, потому что это очень шикарный это новогодний. Это даже клип, наверное, это фильм не клип, такой. Это больше. А что там вы увидите? А кого вы там увидите? Все, тихо. Давайте так, просто пишите свои варианты, как вы думаете, кто будет в клипе? Ну, мы точно, а кто еще? Кто еще, кроме нас, да? В общем, я приехала на работу. У нас тут самый настоящий батл. Моргенштерн и Федор Стрелков. Новая и старая школа. Так, тихо, Марсиага опять орет. Вот неважно, в какое время суток я приезжаю на Дом 2, Марсиага всегда орет. Смотрите, как все спорят, в какой дом им ехать. У нас есть, значит, старая школа, Федор Стрелков. Я не знаю, меня слышно вообще или нет. Давайте идем. Новая школа Моргенштерн. Нет, он спит, наверное. А ты за кого? Слушай, мне кажется, я за старую школу. Ну, вы, наверное, понимаете, да, почему я выгляжу сегодня именно так, почему у меня желтая шубка, желтенькая футболочка, тимбы, оранжевые носочки, цвет настроения желтый, ваша птичка будет сегодня вместе с вами смотреть 11-й выпуск ледникового периода, где я буду птичкой, Дима будет пытаться меня, сами узнаете, что... от меня избавиться. Но финал вам рассказывать не буду. Я жду вас всех у экранов. Будем смотреть вместе. Мы выступаем третьи. Так что Москва. Я так понимаю, что многие уже посмотрели. Люблю вас. Делитесь уже впечатлениями. Москва, Санкт-Петербург и все, кто в наших временных